Джаз-оркестр «Радуга». Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы собрались на торжественном событии – открытии мемориальной доски в память замечательного человека, выдающегося музыканта, основателя и художественного руководителя эстрадного оркестра «Радуга», заслуженного работника культуры Аркадия Исааковича Шацкого. Уникальная личность с незаурядной и сложной судьбой. Это был человек с таким сердцем, от жаркого пламени которого становилось тепло тысячам. Всю свою жизнь Аркадий Исаакович прожил под одним девизом – «Я счастлив, безумно счастлив». Эстрадный оркестр «Радуга» под руководством Аркадия Шацкого сыграл огромную роль в становлении музыкальной культуры Рыбинска, ломая привычные стереотипы времени, определил эту культуру на многие десятилетия вперед, воспитал плеяду великолепных музыкантов. «Радуги» аплодировали в десятках городов Советского Союза, странах бывшей Западной и Восточной Европы, на Кубе, в Монголии и даже в экзотических островных государствах. Каждое выступление Аркадия Исааковича и оркестра «Радуга» встречалось на ура. Коллектив принимал участие в культурной программе Московской Олимпиады в 80-м году, во Всесоюзном фестивале молодежи, был частым гостем у советских космонавтов в «Звездном городке». Оркестру были присвоены звания «Народный коллектив», лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат всесоюзных и международных конкурсов. В 1995 году на базе оркестра «Радуга» был создан городской муниципальный оркестр, который в 2015 году отметил свое 20-летие. Настоящие артисты умирают на сцене. Аркадий Шацкий был именно таким. Он ушел из жизни в пятницу, 27 сентября 2002 года. Ему было 66. В память об Аркадии Исааковиче Шацком в городе Рыбинске ежегодно проходят музыкальные фестивали и концерты, в которых принимают участие музыканты и солисты оркестра «Радуга», а также заслуженная артистка России Нина Шацкая, дочь Аркадия Исааковича. Сегодня на торжественной церемонии открытия мемориальной доски присутствуют близкие и родные Аркадия Исааковича, представители администрации города, музыканты оркестра «Радуга» и жители Рыбинска. Слово предоставляется заместителю главы администрации городского округа город Рыбинск Наталье Михайловне Шульдиной. Добрый день, дорогие рыбинцы! Сегодня для нас очень важный день. Мы открываем доску, мемориальную доску в честь памяти Аркадия Исааковича Шацкого, дирижера, композитора, заслуженного работника культуры, человек, который создал оркестр «Радуга», который был знаменит в 70-е, 80-е годы. Детищу Аркадия Исааковича Шацкого аплодировали десятки городов Советского Союза, Восточной и Западной Европы, Кубы, островные государства. Аркадий Исаакович воспитал не одну плеяду талантливых музыкантов. И многие музыканты сейчас работают в муниципальном духовом оркестре. Многие, кто уже не работает, связал все равно свою творческую жизнь именно с музыкой и с творчеством. И сегодня на этом здании, в котором, я не побоюсь этого слова сказать, жил Аркадий Исаакович, он не только работал, он жил здесь, не выходя практически отсюда.
Это дань памяти и уважения человеку, талантливому музыканту. Для нас это очень важно. Те, кто работал с ним, кто его помнит. Друзьям это очень важно и всем нашим последующим поколениям. Ведь Аркадий Исаакович оставил неизгладимый след в истории города Рыбинска. Он пролетел, как радуга. Слово предоставляется заместителю председателя муниципального совета городского округа город Рыбинск Александру Викторовичу Соколову. Дорогие друзья, у людей есть память. И замечательно, что эта память у рыбинцев есть, она добрая, долгая, и она будет всегда. Я очень рад сегодня видеть здесь тех людей, кто работал вместе с Аркадием Исааковичем, кто, работая на Рыбинском заводе приборостроения, вечерами или выходные дни с удовольствием проводили время в Дворце культуры «Радуга», потому что тот, кто хорошо работает, тот должен хорошо отдыхать и выполнять огромные и важнейшие задачи для космонавтики и для приборостроения Советского Союза. Сегодня мы открываем эту памятную доску. Мы понимаем, что Аркадий Исаакович сделал очень много для коллектива тогда предприятия, для всех рыбинцев, для Ярославской области, для Советского Союза. Поэтому это замечательно, что наша память позволила нам открыть сегодня этот мемориальный комплекс. Спасибо всем, кто пришел. Я думаю, что у Рыбинска, у культуры Рыбинска, у джаза Рыбинска есть будущее. Духовой оркестр, как детище Аркадия Исааковича, растет и всегда будет радовать нас своими номерами и своей музыкой. Поэтому я думаю, что сегодня очень замечательное событие для всех рыбинцев. Память об Аркадии Исааковиче у нас всегда будет жить. Ну, а мы, я думаю, что сможем и приумножить ее. Ну и, безусловно, я прошу прощения, но, может быть, не совсем применительно к Аркадию Исааковичу, но и у Рыбинского завода приборостроения тоже все будет получаться. И все у нас будет хорошо. Спасибо. Слово предоставляется председателю Рыбинского историко-культурного общества Тишиновой Ольге Юрьевне. Дорогие рыбинцы, сегодня у нас замечательное событие – открытие мемориальной доски, речь о которой шла еще 12 лет назад, сразу же год спустя после смерти Аркадия Исааковича. Ходатайство было от Рыбинской еврейской общины, от Совета ветеранов приборостроительного завода, от родных и близких. Но, к сожалению, тогда мы не знали, куда повесить доску. Не было культурного пространства на этом здании, потому что здесь был сплошной торговый центр. И вот прошло время, и наступил этот момент, когда можно было установить эту доску. Культурное пространство большей частью отвоевано. И эта доска будет украшать это здание. Жители города Рыбинска будут видеть ее, будут помнить Аркадия Исааковича. А для молодых это, конечно, будет любознательно узнать, кто такой был Аркадий Шацкий. Пусть они посмотрят в интернете, пусть они зайдут в библиотеку, посмотрят материал, пусть они послушают музыку, записи, пластинки оркестра «Радуга» под руководством Аркадия Исааковича. И небольшую предысторию расскажу еще. Ходатайство было не только об этой доске, было ходатайство о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Рыбинска» Аркадию Исааковичу посмертно. И я помню, что мы тогда ходили к такому мэру Борису Михайловичу Степанову, ныне покойному. Борис Михайлович сам не чужд был музыке, его дед был основателем оркестра духовых инструментов, и сам он играл тоже. И он сказал так: вот при всей моей любви к Шацкому и уважении к его творчеству ничего не могу поделать, потому что не предусмотрено уставом муниципального совета такой вот пункт присвоения почетного звания посмертно. Вот кто бы мог подумать, что 12 лет спустя Борис Михайлович Степанов станет первым исключением из этого правила. В этом году Борису Михайловичу Степанову было присвоено звание почетного гражданина посмертно. Вот можно так поразмышлять. Наверное, там они посовещались, и Борис Михайлович сказал: слушай, Аркадий, вот так ведь и не дал я тебе
почетного, это гражданина, снимите с меня этот грех. Вот. И может быть, это не случайно, может быть, действительно настало время присвоения Борису присвоения почетного звания почетного гражданина Рыбинска Аркадию Исааковичу. То есть Борис Михайлович пошел первый, как бы прикрыл собой личность Шацкого. Может быть, пора настало походатайствовать о присвоении звания почетного гражданина Рыбинска Аркадию Исааковичу Шацкому. Спасибо за то, что вы пришли. Спасибо, что вы помните Аркадия Исааковича Шацкого и его творчество. Слово предоставляется солисту легендарного эстрадного оркестра «Радуга», концертмейстеру группы саксофонов Рыбинского муниципального оркестра Владимиру Алексеевичу Добрынину. Я не обладаю большим красноречием, но об Аркадии я готов говорить долго, много и только в хороших тонах. Так как вся моя, в общем-то, жизнесознательная прошла рядом с этим добрым, хорошим человеком. Музыкантом, руководителем, воспитателем. Он был очень дальновидный человек. В начале 60-х он собрал маленьких пацанов, 12-13 лет, более-менее талантливых, и начали заниматься вот здесь, завод управления. Дом культуры «Радуга» еще не было. И вот после этого, через 3 года, вот именно через 3 года, очень быстро, был создан именно вот этот костяк оркестра «Радуга». Музыканты, которые, в общем-то, сейчас находятся с нами, это Юра Парменов, входящий в когорту лучших джазовых музыкантов России, да и не только России. Валя Давидович, человек, которого долго и настойчиво приглашали в государственный оркестр под управлением Леонида Утесова, но он остался при «Радуге» и вот этим двум окнам. Олег Громов, Вадик Гостев, Сергей Яковлев, Николай Рогинский, сейчас они с нами. Многие воспитанники Шацкого разлетелись по всей стране и даже за рубежом. Нельзя не вспомнить Лешеньку Некрасова, недавно ушедшего от нас, любимца публики, особенно женской половины, Сашу Рюхина, барабанщика. Но сейчас живут и работают воспитанники Аркадия Шацкого. Леша Лебедев, лучший, наверное, бас-гитарист в России. Дуэт Чижаев, Костя Сергей. Это наверняка самый лучший дуэт в России. И все они вышли отсюда. Заслуженные артисты России. И, наконец, его дочь Ниночка, также заслуженная артистка России, также вышла из этого дома. Много сказано о пути, о ярком пути. Мне больше, в общем-то, сказать нечего. Я благодарен, что был с этим человеком всю жизнь. Спасибо. Почетное право открыть мемориальную доску в память заслуженного работника культуры Аркадия Исааковича Шацкого предоставляется музыкантам эстрадного оркестра «Радуга» Аркадия Исааковича Шацкого. Дорогие друзья, дорогой город, я бесконечно признательна, что вы помните папу. Я маленькой девочкой росла в этом здании, и для меня это был не меньший дом, чем тот дом, в котором жила наша семья. И очень для меня волнительно и трогательно, что я сейчас нахожусь вместе с музыкантами, которыми были для меня старшими наставниками и у которых я училась. Я уверена, что папа сейчас здесь, что он смотрит на нас. И бывая с гастролями в разных уголках и России, и за рубежом, я каждый раз сталкиваюсь с людьми, которые говорят, что отец оказал влияние на их жизнь. Это не перестает меня удивлять, потому что это могут быть совершенно дальние уголочки, закоулочки страны, и каким-то образом люди сталкивались с папой, или служили здесь в армии, или были здесь в командировке. И возвращаясь в свои города, они открывали школы, они учили детей. И я уверена, что жизнь одного человека может изменить жизнь огромного города.
И в моем любимом Рыбинске, который я очень люблю, которым я дорожу, огромное поколение музыкантов выросло, и людей совершенно особенной музыкальной культуры. Я думаю, что такого джазового города больше нет нигде, как наш Рыбинск. Спасибо вам большое, низкий поклон за память и за то, что сегодня открылась эта доска, и что подрастающее поколение будет знать отца, помнить и тянуться к музыке. Спасибо вам большое. В память об Аркадии Исааковиче Шацком мы возлагаем цветы к мемориальной доске. Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали, все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. В небесах отгорели зарницы,
и в сердцах догорает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили.